Короче говоря, я задонатил в игру. И какую мне тачку теперь купить? Окей, давайте глянем. Нажимаю на красную кнопочку менюшки, и вот тут я захожу во вкладочку, в замечательную вкладочку, которая называется «Донат». Заходим в нее, и вот тут видим, что у меня есть 2000, собственно говоря, Mordor коинов. Далее, я что могу тут купить? Я 2000 их задонатил, и в принципе тут много чего интересного. Можно как игровую валюту посмотреть, можно купить хотя бы хоть сколько хочешь денежек, а можно тачки. Вот честно говоря, меня интересуют только тачки и больше ничего. Но на что мне тут хватит? Есть, конечно, за 40 тысяч Mordor коинов Bentley Continental GT, Mercedes-Benz GT и Urus. Это самые крутые тачки тут. Столько стоит огромных денег. Это ой-ой-ой, как много ой-ой-ой-ой. Но я могу за эту стоимость купить только либо Линкольн, вот такой Town Car, либо Corvette C3, либо Cadillac Eldorado. Ну, честно говоря, что-то меня тянет на Cadillac, и как это сделать? Ну, давайте я вам покажу. Просто сейчас я возьму, нажму ОК, далее нажимаем на зеленую кнопочку «Да» и приобретаем. Все, вы не можете иметь больше транспорта. Поздравляем! То есть, что произошло? Почему мне игра не позволяет купить тачку? Мне, походу, нужно сначала продать какую-то машину, которая у меня есть. И так, что это у нас есть? Так, окей, давайте напишем /cars. И вот тут, походу, мне придется продать что-то из этих двух машин. Окей, а где у нас Кампер или Moonbeam? Это, собственно говоря, заспавнить. Это, походу, нам придется продать бусик, который у нас есть. Серьезно? Нам что, придется продать бус, который я покупал? Серьезно, что ли? А где он находится вообще? Я ничего не понимаю. Написано, что чтобы заспавнить, найти. А, он находится вон там. Что-то он далековато находится. Куда его за... Ой-ой-ой-ой. Ничего не понимаю. Окей, ладно. А вот этот кампер найти, где он находится. О, кампер вот тут. Это, походу, и есть бусик. А та машина, это дом на колесах. Ну, тогда придется дом на колесах продать, чтобы купить себе донатную тачку. Ну, погнали. Все, я нашел тачку, которую надо будет сейчас продать. Это не был дом на колесах. Это вот этот вот микроавтобус, который я покупал в прошлом ролике для бабушки. Ну и, собственно говоря, бабуле он что-то не понравился, поэтому, ну что, надо будет как раз таки сейчас его и продать, и совместить приятное с полезным. То есть избавиться от тачки, которая не нужна, и освободить место для тачки, которую мы купим за донат, без каких-либо проблем. Сейчас мы это сделаем, поэтому теперь мы с вами отправляемся на утилизацию тачек. Теперь мы в чатике пишем /GPS и находим место. Нажимаем транспорт и утилизация. И вот теперь мы едем с вами на утилизацию. Я понимаю, что нам ехать далеко, долго, но, собственно говоря, придется. Поэтому отправляемся. Да, почти доехали, осталось какое-то совсем небольшое количество километров проехать, и мы находимся уже на утилизации, на том месте, где мы должны были быть. И вот тут сейчас нам придется ее продать этому мужичку. Поэтому здравствуйте, я хочу продать автомобиль. Но почему-то он еще не хочет мне его продавать. Окей, ну-ка я напишу слэш. Вот так хонг, если не работает это что-то. Но почему ты не хочешь продать мне, купить у меня тачку? Я же вообще-то приехал, чтобы ее утилизировать. А почему ты ее не хочешь утилизировать? Ничего не понял, совсем ничего не понял. Так, окей, попробуем еще раз. Пишем эту комбинацию. И, все, вот так вот и продано. Все, этому мужичку мы продали, и он поехал ее сейчас будет вот так расплющивать, раздавливать, и будет вот такая вот старая-старая разбитая тачка. Хотя она была новая. Ну а теперь я с легкостью уже смогу купить себе новый Линкольн Таун и сделать это без проблем. Поэтому теперь я захожу в менюшку, и ничего мне не будет мешать. Поэтому уже в следующем ролике мы подробненько все это сделаем, как купить, и покажу, где она будет появляться. Поэтому в следующем ролике я уже приобрету эту тачку.
и это будет действительно круто. Поэтому, ребята, обязательно заходите на Mordor RP, играйте вместе со мной, ссылочка на игру будет в описании. Ну а также, чтобы сразу же получить крутой бонус в игре, ребята, смотрите, что нужно сделать. Надо всего лишь-то нажать на красную кнопочку, вот эту вот, в левом углу, собственно говоря, верхнем. И вот тут, посередине, найти вкладочку «Промокод», нажимайте на нее, и вот тут, в появившемся окне, нажимайте на кнопочку «Выбрать». И вот здесь теперь надо написать хэштег, вот так вот, хэштег, потом топчан, вот так, топчан, вот так вот пишите топчан, и все, получаете крутой и очень крутой бонус, все очень легко, хэштег топчанский, и вуаля, просто бонус у вас. Нажали далее, все, изи, получили. Поэтому, ребята, жду вас на Mordor RP, играйте вместе со мной, все будет максимально круто, еее! Yeah!